Если вы носите высокие каблуки или просто неудобную обувь, то знаете, как быстро устает стопа. Исправить это поможет простое упражнение. Исходное положение стоя. Большим пальцем правой ноги проводим по передней поверхности голени левой ноги снизу вверх. Не торопимся. Это движение снимает привычное напряжение с мышц стопы, улучшает ее кровоснабжение. Поменяйте ногу и повторите все сначала. Упражнение необходимо сделать не менее 10 раз. Чувствуете, как уходит усталость? Отлично! Берегите себя!